видите это? Он зашел в мою спальню! О, черт, не подходи ко мне! На! О, господи, я его вырубил! Так, я вроде бы его отрываю! Просто посмотри, что это! Это что, его сердце? Чё творим? Про меня зовут Серкионис! И просто сразу же переподписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою Supreme Band! Ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, про тебе не очень нравится быть под нами! Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной бандой на Ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! Эй, банда, как вы все помните, я сделал куклу воду на Хаги-Ваги и даже смог уничтожить его. Я отрезал ему руки, ноги, а после этого, без какого-либо сожаления, я отрезал ему голову. И многие из вас писали, зачем же я так поступил. Но, банда, не стоит забывать, что Хаги-Ваги это настоящий убийца. Он уже убил многих людей, и кто, как не я, должен был его остановить. Хоть даже таким кровожадным способом. И после всех этих событий я спрятал труп этого монстра в своей ванной комнате, чтобы сегодня разрезать его. Вы только представьте, какие же секреты в себе может хранить Хаги-Ваги. Это огромная кукла-убийца, которую я наконец-то остановил. Ну и, банда, если мы под этим видео наберем 10 тысяч лайков, тогда я сожгу Хаги-Ваги, чтобы раз и навсегда избавиться от него. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. И еще там иногда выходит секретная информация про некоторых монстров. Так что, бандит, скорее ставь лайк и смотри в описание, а мы тем временем идем разрезать этого монстра. Погнали! Итак, банда, надеюсь, вы готовы. Сейчас уже поздняя ночь, на часах 3 часа ночи. И именно в это время мы будем разрезать Хаги-Ваги. Кстати, банда, пару слов о шрамах Насти. Прошлой ночью на нее напали живые куклы Чаки и Аннабель и разрезали ей горло. Но сейчас уже все хорошо, и мы поймали Аннабель. Да, банда, это правда так. Мы реально смогли ее поймать и в скором времени разрежем ее. Ну а пока что, банда, давайте сосредоточимся на Хаги-Ваги, который находится за этой дверью. Вы только посмотрите на него, он же реально здесь лежит. Что? Куда он делся? Он же был здесь, как он мог сбежать? Хаги-Ваги, где он? Как он мог испариться? Как он мог сбежать, если мы отрезали ему руки и ноги? Я о том же, разве что ему только кто-то помог, но кто? Окей, банда, у меня все еще есть номер Хаги-Ваги, давайте ему позвоним. Надеюсь, что он возьмет трубку. Я уже его набираю, ну же, давай! Он просто не отвечает, идут гудки. Неужели он думает, что мы все еще не знаем о его пропаже? Он реально не берет трубку, что за бред? Куда же он мог деться? Окей, банда, давайте просто посмотрим по скрытым камерам, как он сбежал. Итак, банда, вот скрытые камеры, которые снимали сегодня ночью. Здесь Хаги-Ваги просто лежит и не двигается. Что это? Ему обратно прирастают ноги, ты видишь? Как это вообще возможно? Я не знаю, может быть, какая-то регенерация или что-то типа того. Посмотри, рука! Она тоже приросла обратно, что за жесть? Разве такое вообще возможно? Похоже, что Хаги-Ваги просто бессмертный. И единственный способ его остановить, это сжечь его тело. Тем не менее, банда, посмотрите, он оживает, он двигается. Да, я тоже вижу. О, черт, банда, он так страшно дергается, мне прям не по себе того, что я вижу. Тем не менее, он реально ожил только что на наших глазах, и он встает. Но что он собирается делать с одной рукой? Просто посмотрите, как это жутко. Что там? О, черт, это еще одна рука. Он тоже будет сейчас приживлять обратно. Это ужасно, банда, я просто в шоке. Посмотрите, как лагает камера. Это реально очень страшно выглядит. И нету никаких шрамов, как будто так и было изначально. Это просто ужасно, нужно как-то его остановить. Тем не менее, что он делает? Куда он идет? Он выходит в квартиру. Он выходит в квартиру, вы видите это? Он осматривается, как будто кого-то боится. Да, я вижу, но черт возьми, банда, сегодня ночью я был один в этой квартире. Настя была в больнице из-за раны. И куда он идет? О, нет, он идет на кухню, что он собирается там делать? Посмотри, он просто открывает шкафчики. Зачем он выбрасывает мою еду? Погоди, я понял. Он 2 дня был в отключке и теперь ищет, что поесть. Но, как я знаю, Хаги-Ваги питается человеческим мясом. У меня такого точно нету. Не думаю, что он здесь что-то найдет, но он все еще
продолжать свои поиски. Это просто ужасно, банда. А в это время я лежу и сплю в своей спальне. Просто посмотрите, что он делает. Он выбрасывает всю из этих столиков. Он явно очень злится. Да, я вижу, просто ужасно, банда. Мне не по себе от этого. Посмотрите, как он ищет, что ему поесть. Это какой-то ненормальный монстр. Нам нужно его точно остановить. И куда он идет? Он просто ничего не нашел и уходит. Что он делает? О нет, он лезет в холодильник, только нет, открывать морозилку. Там может быть мясо, но оно куриное. О, черт, просто посмотрите, ему не понравилось куриное мясо. Не думаю, что там что-то найдет. Что это? Это мясо, посмотрите. Да. Оно тоже куриное. О, черт, он его ест. Господи. Неужели это было человеческое мясо? Он его съел так быстро, просто жесть. То есть в моем холодильнике лежало человеческое мясо. О, черт, банда, вы видите это? Он зашел в мою спальню. Вот здесь я лежу. Он заметил тебя. Просто жесть, что происходит, банда. Он идет к твоим игрушкам. Что ему надо от игрушек? Он очень долго здесь стоит и просто не смотрит. Какой-то ненормальный монстр, банда, вы видите это? Он полчаса около них стоит. Господи. Это очень странно. О, черт, что же собирается дальше делать? Он двигается, посмотри. Да. Он хочет взять твою игрушку. Зачем? Но зачем ему это? О, черт, просто какая-то жесть. Он хочет ее уничтожить. Я не знаю, но это выглядит очень странно и крипово. Он дальше берет еще и сову. О, господи, банда, что с этим Хаги-Ваги не так? Он его гладит, посмотри. Да. Как мы знаем, Хаги-Ваги работает на фабрике игрушек, и он их охраняет. Неужели он хочет и эти игрушки спасти от нас? Это уже очень странно, банда, мы же ничего плохого не сделали. Но он выходит с комнаты, куда он идет? Он снова возвращается в большую комнату. Снова идет на кухню, посмотрите, что он делает вообще здесь. Открывает еще ящики, что он берет? О, черт, что там? Пакет? Мусорный пакет? Зачем ему это? Может быть, он хочет забрать себе эти игрушки, спасти их. Или же задушить тебя. О, черт! Реально, он же может меня задушить пакетом, тогда как я выжил? Просто посмотрите, он снова вошел в мою спальню. Это ужасно, но он идет к игрушкам. Моя теория была правдивой. Просто посмотрите, он их берет, но так боится их как-то взять. Черт, банда, что с этим монстром не так? Просто посмотрите, что он делает. Да. Он реально ворует у нас игрушки, это ненормально. О, черт, я просто в шоке, не могу на это смотреть, это реально жесть. Нас просто ограбили ночью. А я еще думал, куда делись эти игрушки. Он снова осматривает комнату и снова смотрит на меня. Черт, банда, что он делает? Куда он идет? Что он там увидел? Не знаю, он что, идет ко мне или что? Что происходит, банда? Быстрее переключить камеру. У тебя здесь еще лежат игрушки. Нет, это мои любимые игрушки. Причем ты их делала сама. Да. Просто посмотрите, он забирает вообще все игрушки, которые есть в нашем доме. Это очень странно. Такая жесть, он реально все забрал и вкинул в этот мусорный пакет, и теперь он уходит. Черт возьми, банда, я просто в шоке. Что же он дальше собирается с ними делать? Он направляется к выходу. Неужели прямо сейчас он уйдет с квартиры? О, черт, банда, вы только посмотрите на него. Это реально выход с квартиры? Он лезет в шкафчики, но зачем? Что ему там надо? Там нет игрушек. Я не знаю, зачем ему это? Он просто их доложит, он их прячет. Зачем? Не знаю, нужно будет потом посмотреть. Да. Он просто их положил туда и уходит. О, черт, банда, ну куда он на этот раз направляется? Он уже забрал все игрушки, которые есть в нашем доме. Да. И теперь он снова идет в спальню. Куда на этот раз он точно захочет меня убить. О, черт, банда, просто посмотрите, он входит в мою спальню. И здесь я лежу, вы видите это? Господи, как же я переживаю, он идет ко мне. Нет, что он собирается делать? Он просто смотрит на меня. Он снова меня фотографирует, но зачем? Господи. Я не понимаю, зачем им эти фотографии? Черт, банда, это уже очень странно. Этот монстр какой-то ненормальный. Что вообще происходит? Зачем ему нужны мои фотографии, как я сплю? В прошлый раз, когда я только с ним познакомился, я написал ему сообщение. И он сразу же начал мне отправлять фотографии, как я сплю. То есть он это делает не первый раз. Но зачем? Я реально этого не понимаю, банда. Тем временем он вышел из спальни, снова куда-то направляется. Он снова идет на кухню, но зачем? О, черт, там лежит бумага и ручка, он что-то пишет, посмотри. Он умеет писать.
писать? Не знаю, это очень странно. И что он там вообще пишет? Возможно, какое-то послание по мне, я не понимаю. Но что он там написал, Бан? Да он снова куда-то идет. Неужели он идет ко мне в спальню, чтобы что-то мне показать? Но я никаких записок не видел. Куда он уходит? О, нет, он смотрит прямо в камеру. Вы видите это? Что это значит? Я всем, кто посмотрел это видео! Черт, только не это! Что происходит? Ставь лайк и подписывайся на канал! Или что? Что случится? Черт, я так переживаю, Банда! Или ты следующий подписал Хаги? Это ужасно, но сделайте это! Я очень переживаю за каждого из вас! Этот монстр хочет стать еще популярнее, чтобы о нем много узнали людей, он их тогда убил! И он исчез, посмотри! Черт, он просто сломал камеру! Это ужасно, что только что вообще произошло, вы видели это? Тем не менее, Банда, нужно пойти и посмотреть ту шкафу, в который он положил игрушки, что там лежит! Что ж, Банда, давайте проверим, забрал ли он те игрушки, которые оставил в этом шкафу. Я просто не могу в это поверить. Господи, Банда, как же я переживаю. Тем не менее, посмотрите. Пакет с игрушками на месте, но где Хаки-Ваки? О нет, что это? Настя, это он, помоги! Настя! Черт, нет! О, господи, что ты делаешь? О, черт! Нет, оставайся на месте, не подходи ко мне! О, черт, Банда! Просто! Жесть! Настя, помоги мне быстрее! Пит, отлично! О, черт, не подходи ко мне! На! О, господи, я его вырубил! Как ты это сделал? Не знаю! Я просто ударил его битой, а он потерял сознание! Тем не менее, я думаю, что нужно его отнести к кухне и уже там разрезать! Ведь он может в любой момент очнуться, мы тогда не сделаем этого! Да, давай быстрее! Да, я постараюсь как-то аккуратно! Черт, Банда, вы видите его? Он просто здесь лежит! Это реальный Хаки-Ваки! Я просто не могу в это поверить, Банда! Я реально его тащу, ты видишь, это нас! Да! Окей, как-то аккуратно здесь его положу, пусть здесь сидит. Тем не менее, где мой нож? Вот он. Черт, Банда, я так переживаю. Резать я буду где-то здесь. Надеюсь, что все у меня получится. Итак, Банда, давайте уже приступим. Черт, у него такая твердая кожа. Надеюсь, что мой нож справится с этим. Тем не менее, посмотри, ты видишь это? Да. О, черт, я просто в шоке, Банда. Итак, давайте еще сильнее разрежем. Черт, ты же тоже это видишь! Господи. Мы реально разрезаем Хаги-Ваки, Банда! Окей, все, думаю, хватит, давайте что-то достанем из него! О, черт, как это отвратительно, просто жесть! Окей, тем не менее, посмотри, что это! Господи. Это какая-то игрушка или что, ты видишь? О, черт, это медведь в крови! Просто посмотрите на него, Банда, что за жесть! О, черт, он огромный, как он вообще в нем поместился? Ты видишь, это здесь ужасно. Настоящая кровь! О, черт, Банда, реальная кровь! А что если он убил какого-то ребенка и украл у него медведя? Это кровь того ребенка! Это же полная жесть, он и у нас воровал игрушки! Черт, Банда, я просто не могу в это поверить, реально очень жестоко! Окей, давайте это куда-то отложим, посмотрим, что там еще есть. Здесь очень много какого-то пуха. Скорее всего, этот пух тоже в крови. И мне кажется, что это уже пух самого Хаки-Ваки. Ведь, как мы знаем, он игрушка. Черт, Банда, так отвратительно. Просто посмотрите. Реально, кровь, это такая жесть. Итак, здесь еще что-то есть, Настя. Я пытаюсь как-то его достать. Черт, посмотри, что это? О, господи, ты видишь эту ужасную игрушку? Она еще связана, но зачем? Кто-то явно над ней очень сильно поиздевался, Банда. Это же полная жесть. Черт, посмотри на мои руки, они в крови. Это ужасно. Зачем такое делать вообще с игрушками? Просто в шоке, Банда. Что за жесть? Итак, здесь еще что-то есть. Еще одна игрушка. И посмотри, что за бред, Банда. Кто-то сшил просто две игрушки. Голова от куклы и какой-то плюшевый мишка. Это ужасно и противно, отвратительно. Черт, я просто в шоке, Банда, я не верю своим глазам. Этот Хаги-Ваки реально какой-то монстр, он убивает детей. Хотя моя теория еще такая, что это все сделали какие-то дети, а Хаги-Ваки просто спасал эти игрушки, после чего убил детей. Все равно это не оправдывает его действия, это ужасно. Мне очень жаль всех детей, которых он убил. Да, я с тобой полностью согласен, но то, что они сделали с игрушками, тоже ужасно. Банда, просто посмотрите, где уже моя рука. Я почти залез его голову. Черт, пока что ничего не могу нащупать, кроме пуха. Что это?
О, черт, я что-то чувствую! Посмотри! Это палец, ты видишь это? О, черт, Банда, это отвратительно! Он реально кого-то убил! Настоящий палец! Просто какая-то жесть! Ты тоже это видишь? Я в таком шоке! Окей, давайте продолжим еще что-то искать! Просто жесть! Что это? О, черт, еще два пальца! Что за жесть, Банда? Он реально убийца! Он уже кого-то убил! Это просто какая-то жесть! Черт! Я не хочу на это даже смотреть, Банда, это просто ужасно! Тем не менее, продолжаем поиски! Здесь еще что-то! Это что, еще один палец? Просто посмотри! Это уже мизинец! У нас тут практически весь набор, ты видишь это? Это ужасно, Банда, я просто в шоке! Окей, что это? Какая-то одежда или что? Посмотри, что это такое? Это ботинок ребенка, ты видишь это? Просто посмотрите, он уже ношен! То есть это не новый ботинок, просто жесть, Банда! А что, если это ботинок этого ребенка, это его пальцы? И это были его игрушки? Господи, Банда, мне так жаль того ребенка, которого убил Хаки Ваги. Тем не менее, здесь что-то очень твердое. Окей, я пытаюсь это достать. Что это? Ты видишь это, Настя? О, Господи! Это какая-то кость, Банда, просто посмотрите! Это скелет ноги! Это похоже на скелет какого-то ребенка! Посмотри! Он полностью подходит под этот ботинок! Похоже, что этот ботинок был этого ребенка! Это так ужасно, Банда! Он настоящий убийца! Скорее ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что не хочу, чтобы с вами что-то случилось! Это настоящий монстр, которого нужно опасаться! И это наготово полное подтверждение! Просто посмотрите, как она ужасно выглядит! Окей, давайте просто отбросим и посмотрим, что в нем еще есть! Итак, я что-то нащупал! Там еще что-то лежит, какой-то пух! И он в крови, посмотри! Похоже, мы снова доходим до чего-то очень кровяного! Итак, Банда, давайте посмотрим, что это. Что-то очень тяжело вытаскивается. Просто посмотри. Это рука этого ребенка. Ты видишь это? Я просто в шоке, Банда, он настоящий убийца. Я прям не могу в это поверить, черт. Давайте быстрее уже со всем этим закончим. Как же здесь воняет, Банда, вы просто не представляете. Здесь что-то есть, я пытаюсь его достать, но очень тяжело. Не знаю, Банда, давайте посмотрим. Окей, я вроде бы его отрываю. Просто посмотри, что это? Это что, его сердце, Банда, вы видите это? Что за жесть, я просто не могу поверить своим глазам. Еще эти вены, ты видишь? Да. Просто какая-то жуть, реально его сердце. Окей, Банда, нужно уже с этим заканчивать, это просто отвратительно. Этот Хаг его... Что это? Мне кажется, или у него маска, Банда, просто посмотрите, она двигается. Давайте ее снимем, о, черт! О, нет! О, черт, Настя! Ты в порядке? Головой ударилась. О, черт, Банда, он сбежал, просто какая-то жесть, вы видели это? Как он вообще ожил? Я же вырвал ему сердце! Это просто какая-то жесть! Он бессмертный, нам надо его только сжечь, Банда, ставьте лайки! Да, скорее ставьте лайк ниже! Я просто в шоке с того, что сегодня произошло, вы видели все это? Тем не менее, Банда, вот шикарнейшие комментарии из-под прошлого видео! Просто, глядись, какие они идеальные, бандит! Ну а если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, просто... Просто нажми лайк, колокольчик и оставь комментарий, и все, бро! Ты уже в новом видео, лайк, колокольчик, это видео, бандит! Не забывай подписываться, чтобы быть Суприм Банди, и помни одно, оставайся таким шикарным, пока!